Добрый день. В данном видео у нас с вами представлен полуавтоматический дозатор модели МД500ГН, рассчитанный на розлив газированной воды в бутылке. Как вы видите, рядом с ним находится сатуратор. Производительность сатуратора 1800 литров в час. Естественно, предварительно уже залили туда воды и, естественно, уже наполнили углекислотой. Дойдите ближе, как вы видите, давление примерно 2,5 атмосферы. Ну, пожалуй, не вижу смысла дальше что-то рассказывать. Давайте сразу начнем. Нажимаем на педаль, опускается голова, открывается клапан, розлив пошел. Снизу находится дополнительный клапан от перелива. В случае перелива он сбрасывает все, естественно, в какую-то вашу емкость. Ну, впрочем, и все. Как видите, пузырьки все есть. Впрочем, все очень легко и просто. Благодарю вас за внимание. Всего доброго и до свидания.